Морозов как таковых нет, а вот колонка замерзла, жалуются павлодарцы. Говорят, с подобной ситуацией сталкиваются не первый год. В некоторых дворах после того, как видео было опубликовано в нашем мобильном приложении, сделали уличное освещение. Давайте смотреть вместе. Спасибо телекомпании «Ельбис», Первая 13, Крупская 67, 69, свет включили. Спасибо, все прекрасно. Спасибо за освещение ножа МС-1. Очень рады. Колонка мерзнет. Постоянно у нас между Достоевского и генерала Дюсенова. Люди старые вот пришли за водой, и воды нету. Как это понять? Каждый год замерзает. Вроде на улице тепло. Вокзал. Горкомхоз чистит парковку, а город никто не чистит. Время 8 утра, все идут на работу, а здесь дорожники на Кутузовском мосту чистят дорогу. Перекрыли всю проезжую часть, что приходится выезжать на трамвайные пути, создавая пробки и вообще аварийную ситуацию. Почему это нельзя делать в удобное время для всех? Вот улица Камская. Все люди, жильцы сами все убирают, чистят. По-моему, лучше даже, нежели в городе. А это видео прислали из Экибастуза. Московская 67, не убирается снег, во дворе колея, бамперы цепляют, днище цепляют машины. Проезжать и так и тяжело. Город Аксу. Городской суд. Все в сугробах и никогда не убиралось. Вот, люди убиваются. Ступенек не видать.